Is this the best the pathetic Brotherhood of Light can send? Ты видела это, Мари? Зеркало показало тебе судьбу Габриэля. Ты должна защищать ребенка от его отца. Лишь из-за Тревора и его происхождения можно будет встретиться с ним в будущем. Выживание твоего сына – единственная надежда. Мы придем с наступлением ночи. Беги, не останавливайся! Продолжай идти в сторону леса, не оглядывайся! Беги! Ah!
кто такой? А ну прочь! Что это за колдовство? Нет. Нет! Черт, покажи мне еще! Этого мало. Мне нужно увидеть больше! Это боевой крест моего отца. Он все еще в замке? Я здесь, чтобы отомстить за смерть моих родителей. Я покончу со злом, правящим здесь. Ты встанешь у меня на пути? Мне нужно добыть это оружие. Ты поможешь его найти? Хорошо, где? Черт!
Помог мне сбежать. Ты знаешь его? Черт! Я устал от твоего молчания! Покажи мне его! Здесь! Сейчас! Глупое создание! Хорошо, хорошо. Хотя бы скажи мне, куда идти. Мой повелитель жаждет это оружие. Твой отец был недостоин носить это. Как и ты! Ах!
You are as cowardly as your father was! Let's see how you fight without your little friend. Подходи ближе. Ты уже помог мне однажды, и сейчас ты поступил так же. Почему? Кто ты? Сейчас это не важно. Оружие, которое ты носишь. Как ты его получил? В замке что-то есть. Оно манит меня. Это моего отца. Я отомщу им за его смерть и смерть моей матери. Как умерла твоя мать? Мой отец пришел в этот замок, когда я был еще ребенком. Он пришел, дабы уничтожить зло, живущее здесь. Он так и не вернулся. В
Вскоре после этого он разозлил Темного Лорда. Дракула атаковал крепость Братства своими легионами. Никто не выжил. Моя мать пыталась спасти меня. Ее убили. Понимаю. И теперь ты планируешь встретить принца Тьмы один? Твой отец был одним из величайших воинов Братства. Но даже он не смог победить Дракулу. С чего ты взял, что ты сможешь? Ты знаешь моего отца? Ответь мне. Ты знаешь моего отца? Это я обещаю. Ты не выйдешь один против него. Simon, don't be afraid. Welcome, warrior. We've been waiting for you. You have traveled so far, you must be weary. Come, stay with us. You will find our hospitality most pleasant. Stay there. Like what you see, I have created this for you. I want you to feel this. Let me show you how good you can feel. Тебе не нравится, как я целуюсь, Саймон?
пожалеешь о том, что отверг меня. Я знаю, ты хочешь меня, Саймон. Look at this, Simon. Никто не говорит нет моим чарам. You've missed out on so much pleasure. I failed you, my lord. Неплохо. Достойно имени Бельмонт. Я Саймон Бельмонт. Я пришел отомстить за смерть своих родителей. Я пришел уничтожить тебя. Скажи-ка мне, как ты это сделаешь, Саймон Бельмонт? При помощи этого? Эта реликвия не имеет никакой власти надо мной, юный Бельмонт. Знай, твой отец умер от моей руки. Хочешь понести такую же судьбу? Ты не можешь убить меня. Ты умрешь напрасно, так же, как и твой отец. Сейчас и проверим, не так ли? Присоединяйся к нам, Алгард. Я бывал здесь до этого. Ты тоже был здесь.
Who am I? Нет. Нет. Нет! Теперь я вижу, кто ты такой. Кто я такой. Это ли моя судьба? Не это. Пожалуйста, не это. Это не должно было случиться! Скажи мне, где он? Пришло время нам встретиться еще раз. Отец. Possible.
Подожди! Это он? Что он здесь делает? Yeah.
Нет. Не подходи ближе. Ты уже помог мне однажды, и сейчас ты поступил так же. Почему? Кто ты? Yet he could not defeat Dracula. What makes you think that you can? Ответь мне. Ты знаешь моего отца? Это я обещаю. Ты не выйдешь один против него. I knew it couldn't be that easy. Much better. This way, I'll be able to deliver your remains to the Toymaker. So he can have some fun. Yeah.
Не может быть! Присоединяйся к нам, Алгард. Отец. Прошло много времени. Похоже, что судьба предоставила мне второй шанс. Я пришел закончить начатое мной. Я знаю, зачем ты пришел. Я надеялся, что ты встанешь рядом со мной, сын. Надеялся, что ты поймешь, почему я должен уничтожить братство. Присоединяйся. Мы переделаем этот... Присоединиться к тебе? Взгляни на меня. Ты сделал меня монстром. Отец! Ты сделал меня подобным себе. Существом, жаждущим крови. Наполненным ненавистью. Ты должен был дать мне умереть той ночью. Неважно. Это закончится сейчас. Отпусти его. Это между мной и тобой. Ан Бельмонт, ваша родословная живет слишком долго. Разберись с ним, Алгард. Нет! Освободи свой гнев, Алгард. Тебе нужна моя помощь, Алгард. Pathetic.
Simon! It must be you! Совсем не так должен умирать вампир. О чем ты? Оно хочет твой кулон. Ну уж нет. Это подарок моего отца, и это все, что от него осталось. Твой отец дал это тебе, не зная его силу. Пока ты его носишь, ты не в силах решать и действовать самостоятельно. Твоими действиями будут руководить, манипулировать. Думаешь, ты здесь по собственной воле? Оставь. Тебе это не принадлежит. Так же, как это не принадлежало твоему отцу. Теперь ты скажешь мне, кто ты? Это твоего отца, Саймон. Пожалуйста, оставь это. Это не игрушка. Почему братство столько ждало, чтобы сказать тебе это? Я не знаю. Я подозреваю, что им было известно. Это должен быть я, Сифа. Никто другой. Ты понимаешь это, так ведь? Я запятнал честь своей семьи. И не могу с этим жить. Я должен защитить тебя и Саймона. Я отомщу за свою мать. Я хранил этот маленький осколок зеркала с самого детства. Говорят, он происходит от магического зеркала, способного показывать твое прошлое и истинную судьбу. И хоть оно мне ничего не показывало, возможно, когда-нибудь, мой сын, оно раскроет мне что-нибудь о тебе. Храни его и всегда носи с собой, Саймон. Пообещай мне. Если не вернусь к рассвету, бери мальчика и уходите отсюда как можно быстрее. Идите в лес. И не ищите меня. Вернись к нам, любовь моя.
Ты... Пока что ты не можешь пройти, Тревор. Oh.
Добро пожаловать, Тревор. Я ждал тебя. Кто ты? Как ты узнал мое имя? Я все знаю. Я здесь, чтобы убедиться, что все, что сегодня происходит, должно было произойти. Я буду направлять тебя. Направлять меня? Мне не нужна ни помощь, ни направляющий. Оставь меня! Как угодно. Тем не менее, твоя судьба уже решена, и ты не можешь ничего с этим поделать. Мне жаль сообщить тебе, что ты не добьешься своей цели. И твоя жена, и твой сын пострадают от последствий твоего провала. Я больше тебя не слушаю.
glorious Ronin! Time for your vengeance has come! Вылези и сразись со мной! Я планировал встретиться по-братски. Было излишне посылать кого-то особого встретить меня. Я говорю это, ибо ты держишь в руках оружие Гэндальфи. Похоже, что братство обмануло тебя. Я хотел бы знать имя того, кто владеет таким оружием. Те, из-за кого на меня и мою семью низверглось твое существование, дьявол! Ты самое отвратительное существо на Земле! Я знаю, кто и что ты! И сегодня я отомщу! За убийство моей матери! Так это личное? А вот это уже становится интересней. Месть — сильная эмоция, друг мой. Она сопровождает меня уже много лет. Я стольких убил. Я отправил их в лучший мир. И ты можешь это увидеть? Мне неинтересно вспоминать о своих жертвах. Я не знаю твою мать, парень. Но ты знал ее. Ты знал ее очень хорошо. Я назову тебе ее имя. Но сначала я вырежу его на твоем сердце. Thank you.
was! You will never defeat me. Теперь я понимаю. Я все понимаю. Я боролся с судьбой, хотя все было напрасно. Но ты принял свою судьбу. Тебя предавали на каждом шагу. Тем не менее, ты следуешь предписанному тебе пути. Даже если тебя предала собственная жена. Судьба жестока. В конце концов, мне тебя жаль. Отец. Отец? Что это? Мари. Что в тебя? Зачем? Нет! Нет! Живи! Живи, мой сын!